Пожар на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе не окажет влияния на рынок нефтепродуктов. Об этом в кулуарах правительство сообщило первый заместитель министра энергетики Махамбет Досмухамбетов. По его словам, создан достаточный запас бензина и дизельного топлива. При этом из-за аварии ожидается уменьшение объема переработки с 14 до 7 тысяч тонн в сутки. По словам Досмухамбетова, на устранение последствий пожара на НПЗ понадобится около недели. Сумма ущерба уточняется. Пока не оценено, поскольку еще труба, собственно, не демонтирована и непонятно, скажем, причина точной аварии не выяснена, должно быть расследовано. Потом уже скажут, ну, ущерб сам по себе, материальный ущерб небольшой от материалов, а вот из-за снижения производства, конечно, завод потеряет какие-то доходы.